чувствуется, что осень уже наступила? Честно, нет. Только листья. А чем вообще, чем пахнет осень? Ну, наверное, теплым чаем, книжками. Ну, прощение книжек. Ну, и листьями. Чем пахнет осень? Осенью. Честно, мне беременной сейчас вообще всем подряд пахнет. Пахнет отовсюду. Ну, не знаю, мне дождем всегда пахнет. Почему-то мокрым асфальтом. Вот, для меня такая осень. Чем осень пахнет? Mm-hmm. Мне листвой. Классной погодой, пока у нас такая классная погода есть. Как теплом, солнышком. Осенью. Свежестью от дождя. Любовью. Чем пахнет осень? Осень? Грибами? Mm-hmm. Наверное. Листвой такой. Листьями. Отлично, может еще чем-то? Деревьями. Фруктами, овощами. Ну чем осень? Красотой пахнет. Вот посмотрите, кругом так красиво. Чем пахнет осень? Осень. Дождем, сыростью. Теплом. Теплом пахнет осень. Ну и все. Осень чем пахнет? Грибами, ягодами, лесом. Хорошей погодой. Солнечной, хорошим, ну как, состоянием души. Ну и красивым нашим городом, прекрасным. Дождем, наверное, пахнет осень. Ну, еще напоминает нам о вечном, о грустном, о чем-то. Каким-то таким осенним настроением, может быть, даже не очень хорошим. Но когда светло и солнце, вроде бы еще как бы есть надежда на что-то хорошее. Прекрасными красками. Во-первых, это желтый, красный. И, конечно же, проводами лета, которое всегда останется в душе. Но, тем не менее, осень всегда навевает какую-то поэтическую струнку. Хочется чего-то хорошего, вспомнить о добром. И, конечно, любовь. Пахнет скошенным сеном, пахнет хлебом, пахнет красотой листьев. И вообще, уже настроение, конечно, такое, очень такое ностальгическое по лету. Это лето было замечательное. Сейчас уже как будто подходит к концу. Ну, в общем, вот такой вот осень, мне кажется.